Я тут походил, прогулялся, ну не знаю, настебал. Видно, вот что острова утонули вот сквозь эту решетку обезьянью. Видно, тут бесконечный срач. Это все типа благоустройство. Создание бесконечного срача, вот такого вот уничтожения парка, видите, прямо вот туда, на деревья. Это все, как говорится, путинское. Отрыжки уже этот сдох, да, ну... продолжается. И вот 3.40 рисует официальный ординар, который сдвинут на метр ниже. То есть реально это 4.40 по-старому, а 4.40 это значит 4 метра уже начало наводнения. То есть от 4 до 6 раньше были критические уровни, то есть 6 метров было уже все. Наводнение, короче, чрезвычайное. Сейчас похрену на все, типа, сдвинули, ну, чтобы не платить, не сообщать, ничего не делать, как и здесь, видите, тут они эту сетку все дальше передвигают, уже на плитку заскочили, то есть ломать пошли плитку, вот чурбанелы эти специалисты, там вот кран приволокли на пристань. Я хотел сходить на пирс, посмотреть цены на билеты, ну, вот с этим срачем, с перегородкой, что у меня желание пропало посмотреть цены. Тут плитку вывернули. В общем, благоустраивается так, что людям негде жить. Все для этих самых, для йети, короче. Вот, все для йети, все для них родных. Райские, блин, эти самые, для индусов, для таджиков, для хер знает кого, блядь. Простите. Других слов не находится. Ну, идет исламизация, вот это даже не исламизация, а чурбанизация, потому что йети эти к исламу отношения ни хера не имеют. Они вообще все эти жидорелигии семитские, грека, блядь, и прочие, иди хазарские, разводила. Тут в буддизме есть сомнения, не говоря про все остальное, как говорится. Потому что никакого терпения не хватит на это все смотреть. В общем, холод жопный, 13-14 градусов даже днем, ветер с севера, вот с нефтяхи дует, уже впечатление, что кроме ветра вот этого, ну он южный как бы по направлению, ну один хрен, холодный, как будто ни других направлений не существует. Вот, видите, все закрыто, лето в разгаре, мороженое, видите, все закрыто, людей с головой не в порядке, тайское мороженое, тайское, любители тайского мороженого, ну тоже закрыто, короче. Такой у нас достаток. Скамейки вот с такого ободранного, вообще не крашеный, ободранный. Ну, как бы под стиль города. Городу-то 90 с гаком, поэтому скамейки должны такие же быть, чтобы видно было, что город в возрасте такой. Тут уничтожение все деревьев, все никому-то мешает. Оно продолжается, не останавливаясь. Здесь тоже окраски не хватило. В общем, все как всегда, ничего удивительного. Идиоты какие-то носятся на мотоциклах, на спортивных, по обычным улицам, без касок. Шизофреники, блядь. Нарушая все, подстольник несется или застольник. Тут 40 скорость уже на этом участке. Ну, полицаев нет, конечно, они все заняты, ловят этих белолеточников, кого они там ловят. И гоповатого вида молодежь такая, курина какая-то. Здесь вот тоже шизофрения, видите, траву косят, они зайцы косят траву. Ну, страна дебилов, дураков в полном, как говорится, расцвете безумия, шизофрении, которая полмиллиона уже отправила на кладбище за 2 года своих, да, не считая чужих. Все ништяк. Все идет по плану, короче. Хочу тучи показать. Ну, тучи просто проносятся какие-то такие. То ли поздняя, ой, ранняя весна, то ли поздняя осень. И это вот июль, да. То есть говорить про сельское хозяйство лучше молчать. Я не знаю, у меня, наверное, сейчас опять микрофон забивается. То есть все дачи по барабану, без всякого геноцида дачи. Урожая нормального не будет. То есть в это время вишню собирали ведрами, корзинами. А сейчас вот такой холод. Клубники-то толком не было, жимолости, не говоря о чем-то. То есть просто все, область земледелия рискованного. Ну, может, люди сами себе заслужили, как говорится, кармический климат. Потому что количество идиотов тут на квадратный метр
превышает все допустимые предельные концентрации. Это я знаю даже из своей темы, как бы. Поэтому что, ничего удивительного. Пробую перейти, пока дают возможность. Может какой-нибудь мотоциклист подъехать, переехать нахрен и поехать дальше. Тут это шикарный асфальт, в кавычках, да, с ямами, с дырками. Опять я уже снимал 100 раз. Ну опять он не хочет, чтобы эта гадость в кадр лезла, но она попадает, короче. Скрепное образоство. Вот на всей территории бывшего СССР такой разброд, шатания, разгул маразма такого. Неважно, как он называется, бандеровщина, югославский экстремизм там, или культ какого-нибудь царька очередного его там клана по херу, или культ какой-то партии, которая идеологию фашизма исповедует, философа Дугина, выпиздышей всяких эсэсовских, немецких, которых вроде как разгромили. Ну, как бы, вот точно, видите, вот едет еще один шизик. Большего места не нашел, как именно тут гонять. Детишек побольше, есть кого, как говорится, переезжать. Фу, бля. Так, иногда думаешь, поперебились уже все. Нет, живенькие еще носятся. Ладно, ворчу я, и вот на это идешь, смотришь. Плюс здоровье, конечно. О, поехал этот. Лучшие люди нашего города поехали. Такими мигалками, такие вот, видите, асфальт, асфальт. Как они благоустроили, это аж охереть. Где-то копают, не могут сделать, я не знаю, 3 года уже. Все хуже и хуже. Ну, наследство СССР, дорога от СССР осталась, поэтому. И от проклятых губернаторов Ишаева. Вот еще шизофреники, эти малолетние дебилы. Вот и едет, главное это. Мусарня перед ними, похеру. То есть остановился, забрал мотоцикл, права, прав нету, блин. Все, блин, на дорогах будет приятно, безопаснее, комфортнее. Массе водителей, пешеходов. Нет, похеру на все. Они что хотят, творят. Наверное, их не детки. Здесь так, дорожки не нашлось места. Что-то получилось совсем как бы грустное. Выбраться из этой погоды не получается никуда. А сейчас еще вода в городе закроет, потому что все, и на реку острова утонули. И на реке делать нехрен. Река отравлена всей этой дерьмой. То есть закон-то простой. Чем выше вода, тем больше всяких стоков грязных прет в нее. Поэтому страшно, короче. Сейчас их подымать будет, нести всю эту... Цианиды, канализации, все это китайские удобрения, то есть просто. Ладно. А у природы нет плохой погоды, да? О, поехал солярой, дымя черная. На убитых тачках ездит. Запчасти это все. Дорого покупать, поэтому убивается все. Тут какие-то. Сказали, что повысился ввоз японских автомобилей, типа все идет к нормализации. Такой бред через таможню Владивостока, такой дикий бред, короче. Высрать могла только путинская пропаганда. Ну, там есть кому там этот губернатор, это шизик, варюгу, у которого тонет эти края, как говорится, районы, а похер он там праздники устраивает. Для него это праздник. Кожа дымяка. Так, все, переходим. Это они асфальтировали асфальт, и остались трещины. Вот типа сделали асфальт, у разметки нет. Замен ремонт. Вот тут трещины остались. На трещинах все держится. Скрепные трещины. Скрепные разломы. На них типа. Без них никак. Тут тоже вот. Еще раз это самое. Раздолбано. Ух, как задувает, слышно, да?
Все, я пошел против ветра совсем, что...